Популярная украинская певица, ведущая «Танцы со звездами», тренер шоу «Голос страны» и судья нацотбора на Евровидение 2020 Тина Кароль продолжает радовать поклонников соблазнительными фотосессиями. Так Кароль поразила домашним образом без макияжа. На этот раз на странице звезды в Instagram в разделе Stories появился пикантный кадр, где Тина предстала в полупрозрачном платье-кольчуге серебристого цвета. Новый снимок Кароль дополнила интригующей надписью. Певица намекнула, что готовит поклонникам особенные сюрпризы. Знаменитость заявила, что расскажет фанатам о том, о чем долго молчала. «Сцена – моя страсть, покой – мое вдохновение. Я приготовила вам особенные сюрпризы о том, о чем молчала много лет», – написала Кароль. Поклонники певицы теперь гадают, о чем же она могла молчать годами. Скорее всего, речь идет о новом творческом материале. Ведь на карантине Тина, как и многие артисты, работает в студии, создают новые песни. Подписывайся на канал и будь в курсе событий известных.